Донецке снова появились подразделения регулярной армии Российской Федерации. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на сообщение руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука на его странице в социальной сети Facebook. Регулярные части армии Российской Федерации ранее были выведены из города, но вчера поступили сведения о прибытии подразделений спецназа ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации из Омска и 331-го парашютно-десантного полка из Костромы. По словам Тимчука, военные из России обосновались на одном из блокпостов в районе Спартака.